привет! Сейчас у нас почти час дня. До этого ничего не снимала, загрузила один влог, покормила Полину, пришла сейчас еле-еле на кухню. Вот сегодня уже утром как-то полегче. Выпила таблетку немесулида, уже третий раз получается. Пришла на кухню, хочу помыть посуду и начищу картошку. Хочу сегодня пожарить картошку и открою какие-нибудь там помидорки, что-нибудь из закаток. У нас еще салаты есть закатанные. Ну вот, хочу картошку жареную с какими-нибудь помидорками. Я лично помидоры ем, я салаты эти вообще баночные в принципе не ем. Вот, мне они не нравятся. Вот, ходила на улицу, короче, сфоткала свои изделия. Вот, еле выползла просто. А вчера еще вспомнила, что кролиху не покормили. Пришлось, короче, в состоянии буквой Г, так скажем, переться, короче, за травой кролихи. Это пипец просто. Я еле туда и назад сходила, но сходила. Сегодня, короче, ну, уже больно стало только ходить. А лежать нормально. Короче, я надеюсь, что пропив вот эти вот таблетки 5 дней, до вторника, думаю, точно оклемаюсь. Если уже сегодня легче, то, ну, в принципе, должна как бы так с этого все вылезть. Короче, все, моя задача сейчас перемыть посуду. Вот. Мелкий марафетик такой по дому сделать, то, что вчера не доделала, короче, и буду жарить картошечку. Короче, решила я по методу Алми приготовить картошку. Типа по-деревенски. Начистила. 10 минут нужно отварить после закипания. Потом режем на 4 части и запекаем в духовке, как обычно. К картошке я еще добавлю сало. У меня есть сало копченое. И отдельно на сковородке. Вообще думала на картошку прям. Но, наверное, на сковородке отдельно пожарю еще мясо. У меня тут просто кусочки вот такие вот. Короче, скорее всего, на сковородке будет быстрее. Так что сейчас сварится картошка, покажу, как это будет выглядеть на противне. Коту дала мясо, и я хожу, короче, полусогнутая. А кошак меня боится, думает, что я иду его тырить, походу. Дурак. Короче, как это все выглядит? Сначала я резала на 4 части картошку, потом посмотрела, что она практически, ну так, большинство, короче, сварилась почти картошин. Вот. И стала выкладывать уже просто целиком. Сверху у меня сало копченое и приправа с солью и с чесноком. Вот эти крапинки — это чеснок. И здесь тоже заправленное уже мясо буду жарить, короче, его отдельно на сковородке. Все, загружаем это в духовку и запекаем. Нужно запекать это все до золотистой вообще корочки. Не знаю, конечно, что получится, делаю подобное первый раз. Но когда Вал мне спросила, говорю, как у вас такая получается картошка, прям, ну, такая зажаристая, да, именно большие вот эти куски, либо четвертинки, половинки. Говорит, отваривается до полуготовности, а потом только это все вот так вот делается. Ну, не знаю, посмотрим, короче, что получится. Ставим в духовку. И мы еще с Полиной уроки делаем белмову. Белорусский язык сделали, вот она сейчас читает, и математику сейчас пойдем делать. Вкусно было, да? Вкусно. Загрузила свою рабочую куртку, вещи, куртку бирюзовую. Короче, все у меня тут стирается. И я тут замочила еще орхидеи в одном тазу, во втором тазу. Еле, кстати, тазики сюда принесла. Уже скоро доставать. Уже скоро буду вынимать эти все цветы. И оставшейся водой обычно поливаю все остальные цветы. Вот так вот пусто у меня без орхидеек. Ну, сейчас будет все зелененькое. Я же мясо пожарила. Ты ждешь, пока я умру? Почему? Что есть хочу? Ты есть хочешь? Сейчас буду накладывать. А ты что там развалила? Что-то подоставала. Можно скотч? Чуть-чуть возьми, блин. Где? Где он? На кухне где-то. Я же приготовила. Сейчас покажу, что я там наготовила. Китя, красавец, красавец, ты маленький красавец. Смотрите, какая красивая и вкусно получилась картошка по-деревенски. С сальцем, красота, с приправкой. И сейчас еще мяско выложу на тарелочку тоже.
Делать было нечего. Короче, я приготовила конфетки домашние на спичечках. Такие вкусные. Я уже вот эти пупсики поотрывала. Уже поела. Очень вкусные получились. Я всегда так делаю. Форму смазываю маслом, потом чисто вот так подковырну, и они вылазят. Вот, это орешница форма. Ну, да, сюда просто вылила, потому что остатки. Ну, и как обычно после этого всего дела, вот такая кастрюля. Я ее замочила. Потом она легко отмоется, если сразу ее замочить. Вот. И пробовала еще сделать типа тянучки. Вот, лимонной кислоты, когда добавляется, ну, такая прям сахарная такая получается фигня. Ну, не особо мне нравится, мне больше нравятся вот такие вот. Так что ждем, пока засохнет. И будем радовать Полину. Спички. Потому что вместо палочек, вот, получились вот такие вот. На, пробуй. Что ты скажешь? Вкусно, невкусно? Начну с этой. Давай. А что, отгрызать? Нет, просто как чупа-чупс. Вкусно? Круто?